이 받을라. 소스 소스 세나 쳤다. 你别送我，看俺那里呢，送你吧。生意就难看，洋房难多，顶少嘛的，生意就咋个不到，什么东西都没得，就俺那里家了。嗯。生意也难看，难多他没办法，从那，难看了，真把他没办法吃那，到我家你妈在干嘛的，空空的，你看那些生可能跟内陆。 Мне Чиктан Сунгон тоже говорил в своих наставлениях по Махамудре, до сих пор, пока вы не развеете облака мыслей в своем уме, звезды реализации не заследят на небе. Пока мы не добьемся стабильного, спокойного ума без мыслей, очень трудно достичь реализации. Поэтому вот сейчас еще одна медитация, где мы будем смотреть свой собственный ум. Стараемся допускать можно меньше мыслей в нем. Когда мы будем смотреть туда, где ничего нет, мы увидим
ничего. Есть такое выражение. Из оставления по мухомодью. Вот согласны вы с этим или нет? Мы обычно привыкли смотреть на что-то. Когда мы открываем глаза, мы сразу что-то видим, мы об это упираемся сразу, потому что мы что-то видим. Когда мы смотрим на свой ум, мы понимаем, что там не на что опереться, потому что самого ума мы не можем его увидеть. И поэтому вот такое выражение, когда вот ты смотришь на то, что нечего, на то, где ничего нету, то ты познаешь отсутствие всего. Но есть свет же. Свет — это значит, ты на что-то смотришь. Ой, резь. Правильно я понял, что Махамуда зовчи. Что в первом случае характеристика медитации на небо — это открытость, безграничность. Вторая характеристика — это глубина. Третья — неподвижность, стабильность. Четвертая — ничто, отсутствие. Okay, vastness of space, yeah? We see vastness of space. And deepness of the ocean, deepness, yeah. And we stable. See stable, yeah. And then, after that, nothing. Looking for or something like nothing. Looking for nature of mind, or Mahamudra, Dzogchen, light. Все, что мы там видим, будет нашим умом. It's now today this I should explain this. You know, your here practice or home, you every time can use this. This meaning is what you're doing, not narrow mind. Make big space. Down much better, more can find division, solution on the method. On what you're doing really deep. Step and not much jumping. And after every time looking for your insight, everything out looking, sometimes lose mind. So much difficult computing, you know. Next time we have practice. Today we lost much time, but I should explain to you this used to everywhere, home, here, or drive car, or and walking place, or sleeping, eating, every time you use this short thing, okay? Вот эти короткие наставления можно применять в любой нашей повседневной деятельности. Вот это обширность, бескрайность ума, его глубина, его стабильность и концентрация на его сути, об этом можно... На это можно концентрироваться в любой своей повседневной деятельности. Если мы что мы не делаем, едем, ведем машину, работаем или делаем какую-то другую деятельность в нашей жизни, мы можем применять вот эту медитацию, мы можем постоянно концентрироваться на вот этих качествах нашего ума. Now we starting to dedication. Before dedication, I want to tell you, you are kind. Thank you so much. This is our Dukongla Din Chuang's Mahamudra the Center's board members and organize and support, helping, or Sangha. Thank you so much. This I'm very happy. This short time, first time. We retreat so many things we did.
And second, thank you to my Lozawa. He's my boss, you know, Ukraine, Russian. I know power, what he say, you know, I cannot. Without him, I'm very stupid. What I do, he have power. You know. Thank you every time he do everywhere. Really, I know him very long. Yeah. And otherwise, thank you to Anila. She very similar mother, you know, take care of everything, you know, running where and shopping on, and cooking everything. I'm very happy. Thank you. And we can dedication or. Но прежде чем мы приступим к посвящению заслуг, вам просто хотел сказать, выразить слова благодарности нашему центру Риган Набин Чулинка, организаторам. Большое спасибо, что выдалась такая возможность организовать учение с Ламой Сиринком первый раз в нашем центре. Мы хорошо поретритили. Лама дал прекрасное учение и очень рад, что все замечательно получилось. Большое спасибо тем, кто приходил и слушал эти учения. Также благодарность была мне, потому что на самом деле то, что вы слышали, это то, что я говорю, а он тут просто так для картинки стоит. Вот. И большое спасибо Айне Маргарите, которая заботилась о Ламе Сиринке как мать родная, ходила за покупками, заботилась о том, чтобы он правильно питался и так далее. Вот благодаря этому Лама у нас исцелился, приехал-то он к вам больной, да, вот исцелился от болезни, теперь он такой здоровый, сияющий, и мы его с легким чувством отправим завтра домой. Thank you to small group, but many countries, you know, Belarus or Argentina or else Mongolia or many different countries. Вы здесь представители разных наций. I am more happy to you are very interesting to very Вы проявляете интерес Дарме, истинный открытый интерес Дарме, и поэтому практикуете и учитесь. Очень Лама благодарен вам за это. И он очень счастлив быть здесь. Sometimes mistake is from me, not him. Ну и конечно, если в чем была ошибка, это конечно не моя ошибка, а Лама, это все он. All good things have been benefited to all sentient beings. We pray to long life and 70. Also something you like. Хотел сказать? Вопрос можно? He has a question. Okay, first we after the. Сначала посвящение заслуг, потом вопрос.
Vine tempe curci da girișe, tempe nima garșen șapten so. Long life from Eminence in the Parambus. You are very lucky to get into Master, you have center, you know, you all come prayer to long life. Всегда молитесь за долгой жизни на Баринпаче, потому что мы очень счастливы, что он курирует наш центр. Ом свасти, Пабелью Дунью Чентон Сепа, Ранжандру Петине Дригунду, Яумангунга Тинле Бомбольце, Conchotenzin gaya shapten so, Chunguri benela putuchi, Drupe sa chube penal jorche, Nine du su drupe gyal senten, Conchotenzin gaya shapten so. Thank you.